Мы находимся накануне двух больших знаменательных для нас памятных дат. Это, с одной стороны, День космонавтики, величайшее достижение нашей русской и советской цивилизации. Мне, когда я был школьником начальных классов, посчастливилось в течение нескольких часов постоять, побыть рядом с Юрием Алексеевичем Гагариным. Я до сих пор помню, вот полвека больше прошло, я помню эту жизнерадостную, великую его гагаринскую улыбку, и я помню это рукопожатие. Поэтому, конечно, незабываемое впечатление, и помню то, как люди, как народ объединялся, как ликовал этим величайшим достижением, объединением науки, образования, техники, промышленности. Единство всего народа действительно было величайшим. И вторая памятная дата, которая заслуживает высокого отношения, уважения и гордости, это столетие первого коммунистического субботника, который прошел 12 апреля 1919 года, когда рабочие депо «Москва-сортировочная» не по указке, не по велением зарплаты, а именно исходя из чувства своего долга, из самодисциплины, из понимания необходимости дополнительной работы, вышли и поработали. И с тех пор уже 100 лет в нашей стране это применяется с различной степенью активности. Но вот если переходить к сегодняшней повестке, так сказать, политической наших дней, то, конечно, ближайшее событие весомое – это отчет правительства Российской Федерации, который пройдет уже менее чем через неделю. По нашей оценке, конечно, это должен быть не просто отчет, а это должно быть глубокое чувство понимания ответственности правительства, всех его министров и председателя правительства за то положение дел плачевное, которое сегодня в стране, за ту ситуацию, куда курс этого правительства привел. Мы получили за тот год, когда это новое правительство было назначено, мы получили и пенсионную реформу, которая напрягла все общество, нанесла удар по интересам большинства населения, создало очень острую ситуацию и будет создавать на рынке труда, так сказать, создавая совершенно непереносимые напряжения и противоречия. Мы получили повышение налога на добавленную стоимость, который пригнул еще ниже малый и средний бизнес. Мы получили ряд других нововведений. Мы получили с 1 января начало так называемой мусорной реформы, что обостряет ситуацию и тарифами, и совершенной неподготовленностью к этой реформе регионов. Ведь дело не в том, чтобы какие-то региональные операторы были установлены или, так сказать, раздельным сбором вести этих твердых бытовых отходов. Ведь самое главное, куда это все девать. Одевать это можно только в одном направлении, строя государственной программы, создавая, значит, мусороперерабатывающие заводы, мусороперерабатывающие предприятия. Правительство, государство на это не решается, и мы будем только получать усугубление ситуации. Поэтому, конечно же, наша фракция будет требовать не только отчета, но и отставки правительства Российской Федерации. Увы, вместо того, чтобы исправлять ошибки, вместо того, чтобы находить правильные решения, партия власти вместе с правительством преследует активистов, которые высказывают правду, которые борются за справедливость, активистов нашей партии, беспартийных активистов, комсомольцев, которые имеют смелость сказать о том, что делается в стране и как работает партия власти и правительство. Я хочу привести буквально свежие примеры. Не успели мы, значит, как говорится, пережить и переболеть задержанием и арестом двух депутатов законодательного собрания Ульяновской области, которые пришли в прокуратуру к высокому начальнику с тем, чтобы поднять ряд вопросов, как тут же на днях буквально случилась очередная история. В Ленинграде, Санкт-Петербурге задержаны и подвергнуты административным наказаниям различным четыре комсомольца, активисты Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации. Лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов направил прокурору Санкт-Петербурга и генеральному прокурору Российской Федерации соответствующие запросы с требованием восстановить справедливость. Ребята пришли всего-навсего в общественную приемную «Единой России», чтобы приковать внимание к тому, как начинается и как идет та самая мусорная реформа.
Ну и вы знаете, что сам лидер Коммунистической партии Российской Федерации сегодня будет проходить очередное судебное заседание, вызванное иском известного олигарха Олега Дерипаски. И иск этот направлен на защиту чести и достоинства олигарха, значит, который усмотрел поругание своей чести и достоинства в том, что лидер партии, всемирно известный политик, на заседании Государственной Думы поставил вопрос: а на каком основании, каким образом алюминиевая стратегическая отрасль промышленности могла оказаться под контролем англосаксов, наших самых больших политических противников? Наша фракция требует прекращения всех политических преследований, как в отношении лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова, так и в отношении всех наших молодых активистов. Сегодня в повестке дня 53 вопроса планируется рассмотреть. Но из них, безусловно, самые резонансные – это вопрос номер 8, принятие во втором чтении закона о внесении изменений в закон о связи, закон об информации, информационных технологиях или закон о суверенном интернете, как его сегодня прозвали журналисты. Что это за закон? К сожалению, ко второму чтению никакого смягчения не произошло. Более того, мы скажем, произошло обратное. Закон становится еще более жестким. И основная цель, которую он преследует, вовсе не заявляемая какая-то автономность, независимость и безопасность отечественного интернета. Основная цель его – ограничение внешнего доступа информации на территорию Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что сегодня основным альтернативным и объективным источником предоставления информации и получения информации населением Российской Федерации, безусловно, является интернет. Он до сих пор находится вне прямого влияния нашего правительства, ну и, естественно, соответствующих органов. Поэтому та попытка, которая предпринята сегодня, в части ограничить трафик, в части взять под контроль все потоки, которые так или иначе уходят за рубеж и не контролируются сегодня нашим правительством, это всего лишь попытка ограничить эту самую информацию. Я напомню вам, что было принято ряд охранительных законов уже в этой связи. Это и закон о фейк ньюс, это и закон о наказании за оскорбление власти. Это вот третий гвоздь в гроб, как мы считаем, свободы слова Российской Федерации. И по большому счету все те нововведения, которые предлагаются в данном законопроекте, не имеют ничего общего с безопасностью, с какой-то стабильностью работы интернета. Для этого хватило бы всего 10% вот этого содержимого внутри закона. Хватило бы дополнительных мероприятий по доменным именам и, соответственно, работы информации внутри нашей системы. Что же делается внутри этого закона и предлагается? Полностью взять под контроль все точки доступа информации извне. Причем сами владельцы этих устройств, программных комплексов, обязаны будут предоставить Роскомнадзор соответствующую информацию о своей структуре, о своей технике. Более того, они будут обязаны установить соответствующее оборудование, непонятно какое пока, которое позволит, первое, отследить трафик зарубежный, а второе, в случае необходимости, этот трафик полностью выключить. Я напомню, что попытки до этого вторгнуться или исполнить законы Яровой, законы об ограничении в данном случае в отношении Телеграма, в части его кодирования, которые требовали определенной технической подготовки, которые требовали определенных интеллектуальных способностей, к сожалению, Роскомнадзором выполнены не были. Ни соответствующие зарубежные сервисы, я говорю про Twitter, YouTube, Facebook, они не выполнили сегодня указания о хранении на серверах внутри Российской Федерации соответствующей информации о наших гражданах, точно так же, как Telegram не выполнил соответствующего требования о предоставлении ключей к дешифрации. Попытки отключить их, попытки каким-то образом на программном уровне противодействовать, повлекли за собой обвал фактически всей нашей сети и ухудшение его работы. То, что сегодня предлагает Роскомнадзор, это фактически вариант отключения извне всех этих внешних потоков. То есть вот эти устройства, которые еще непонятно как будут работать, будут отключать в случае необходимости, ну естественно по прямому указанию, всю альтернативную информацию. Как это приходится делать сегодня в Ингушетии, когда полностью выключен интернет для того, чтобы те события, которые там сегодня происходят, не получили широкого освещения, но они все равно в интернет прорываются. Как будет сделано, я думаю, и в отношении остальных сервисов, которые сегодня не контролируются властью, и которые сегодня не могут быть поставлены на службу по очередному там преподнесению с нужной стороны той или иной информации. Фракция КПРФ не будет поддерживать данный законопроект, потому что считает, что он безусловно направлен на формирование вот такого своеобразного Министерства правды, о котором говорил известный писатель еще в далеких годах. Ну и второй законопроект, это законопроект, касающийся очередных изменений, 44-й федеральный закон о контрактной системе. Я напомню, уже более 400 изменений в этот закон внесено. И фактически сегодня этот закон является тормозом для развития, в том числе и российской экономики, для реализации национальных проектов. Те попытки очередные, которые вносятся и
те изменения, которые предлагаются в части строительных контрактов, сроков, всего остального, это фактически попытка сгладить каким-то образом те недостатки, которые этот закон имеет. Мы, безусловно, их поддержим, но со своей стороны считаем, что это полумеры.